Всем привет, дорогие друзья, с вами я, FixPlayGames, и в этом видео я покажу обзор игры World Soccer Champs. Сегодня я заметил, что эту игру не удастся скачать из Play Market, потому что ее оттуда удалили. И сниму обзор на эту игру, потому что про эту игру я еще не снимал никаких видео. Что ж, посмотрим мы на главном меню. Сверху написано название игры разными шрифтами World Soccer Champs. В главном меню есть 5 кнопок. Это играть. И здесь 3 сохранения можно выбрать. У меня это СКА Хабаровск. Уже 17 сезонов прошел. Факел 2 сезона. И сохранение 3 новая карьера. Также тут есть кнопки облака. Это чтобы сохранить карьеру. Потом у нас идут трофеи. Это сколько трофеев мы выиграли. Тут их всего очень много. Потом идет тренировка. Это свободная тренировка. Рекламу надо будет замазать. Нечаянно в Play Market перешел. По кнопке промазал. И это мы, походу, тренируемся за Интер, потому что Кристиан Эриксен играет за Интер, и форма похожа на форму Интера. Кстати, игра это португальской студии, игра из Португалии. И третий гол забьем и выходим. Потом у нас тренировка, есть еще пенальти. Реал Мадрид, Ювентус. Мы будем играть за Реал Мадрид в этой тренировке. И в левый угол ударим, но Марко Асенсио забивает гол. Потом у нас Ювентус, Тибо Куртуа ловит мяч. Вратарь Реала Мадрида. Карим Бензема. Вратарь спасает Ювентуса, честно. Альваро Мората забивает гол 1-1. Тут, кстати, мы не управляем вратарями, и Винисиус Джуниор попадает в штангу. Дейн Кулышевский забивает гол. И Родриго нужно забивать. Ох, забивает 2-2. И Ювентус не забивает, у нас сейчас шанс. Казимиро удар, и вратарь отбивает мяч. Вальверде удар, и все, мы побеждаем в серии пенальти, в тренировке, конечно, и обучение, как играть. Также есть в тренировке короткий пас. Чтобы сделать пас, коснитесь любого члена своей команды. Навес. Чтобы сделать навес, коснитесь дважды любого члена своей команды. Введите мяч, пройдите между конусами. Это нужно пальцем между конусами нажать в любом месте. И подкат нужно вот так вот провести, чтобы мяч ушел от этих игроков. Крученый удар, закрутите мяч в ворота. Но мы не пропали. Ой, не попали. Мимо мяч прилетел, а вот сейчас получилось. И вот такое короткое обучение. Потом идет кнопка настройки язык. Всего тут есть много языков. Google Play, звук, вибрация и магазин. И информация об игре. Разработка игры Педро Суарес. Графическое оформление Диана Суарес. Текстирование Мигуэль Суарес. Особая благодарность Наталья Роша, Рикардо Леал, Джулиан Одрио Зола, Рафаэль Бланка и Дуарте Суарес. Посмотрим, как выглядит карьера. Заходим в новую карьеру. Уровень полупро. Страну выберем Россию. И тут только за эти две команды можно одну из них выбрать. Чтобы выбрать другую команду, нужно заплатить золотые монеты. Но мы посмотрим еще одну рекламу, чтобы открыть еще одну команду, за которую можно поиграть.
Это я, конечно, все замажу, чтобы не рекламировать. Вот реклама Лига Ставок на... А хотя нет, не буду ничего лучше говорить, а то это и так, а то это тоже будет выглядеть как реклама. И футбольный клуб «Велес» нам попадает. Давайте выберем его. А состав команды: Петр Косаревский, вратарь. Потом идет Мамадо Майга из Сенегала. А Тарасов, Кахидзе, Галоян, Киртанов, Александр Осипов, Елисеев, Горакоев, Смит и Федчук. Цели на сезон: остаться в лиге. И тут нам с Кахабаровска сделать предложение по Петру Косаревскому, продаем. И Мамадо Майга тоже продаем. Вот тут можно купить игроков. Тут можно искать по имени, которые выставлены на трансфер, позиции, рейтинг и возраст. Будем искать вратаря с рейтингом 70-75 и который стоит на трансфере. Возьмем итальянского вратаря Казенчи. Вроде так называется клуб. И вместо Мамадо Майги нужно взять какого-нибудь полузащитника. Хотя их у нас и так много, так что лучше не будем брать полузащитников. Нападающего одного возьмем. Полузащитников у нас и так много. Ищем какого-нибудь русского нападающего. Юсупов, чуть-чуть не хватит денег. Из Краснодара 2 можно взять, но мы поищем еще. Гаманюка давайте возьмем за 610К. Нет травмированных игроков. Это хорошо, что нет травмированных игроков. И можно продать Федчука. В реальности он сейчас уже играет в команде СКА Ростов. Так что его мы и продадим. Нижний Новгород за 714К его взял. И у нас накопилось деньги. Можно взять еще какого-нибудь хорошего игрока. Сейчас посмотрим, кого. Защитники нам хорошие нужны очень сильно. 63 всего лишь лучший рейтинг. Какого-нибудь тоже русского возьмем, чтобы было хоть как-то реалистично. И, например, Исаенко из Краснодара 2. Вместо Короткова возьмем и его мы продадим. Коротков на продажу. За 302 2000 долларов купил. Забыл уже, кто купил. Ладно. Надо еще защитники хороших брать. Полузащитников у нас много, можно продать какого-нибудь слабого. Кстати, у Велеса очень молодой состав. Можно Кабахидзе продать. И Енисея за 434К взял. Опять защитника берем какого-нибудь молодого. Стоп, я защитника взял. На трансфер забыл еще поставить. Прохина из Сочи возьмем.
там сейчас баг какой-то был. И еще можно продать одного полузащитника, еще одного хорошего защитника купить. Абдулахи продадим. Нигерийца. Полузащитника. КамАЗ его покупает, но нам этих денег не хватит. Можно еще одного полузащитника продать. Продадим Галаяна. Алим Долгопрудный купил и берем последнего защитника и трансферов хватит. Дмитрий Иванов из Краснодара 2, тоже его возьмем. Ну и все, столько трансферов хватит. Сейчас сыграем два товарищеских матча и все. Будем заканчивать. Вот тут у нас пока футболисты бегают сами, и когда создают опасные моменты, то мы начинаем управлять футболистами. Если создаем мы, то в нападении, а если создает соперник, то в защите. И вот сейчас соперник Салют Белгород хорошо оборонялся. Кстати, у них сейчас другая эмблема. Опять не получилось, защита хорошо сыграла. И наконец Джикия забивает гол. Тимури Джикия. 1-0 после первого тайма. После матча тут, кстати, еще оценки показывают всех игроков. Можно будет ознакомиться. Тоже хорошая игра. Опять у нас наши футболисты создают моменты. Джикия бьет и 2-0. Дубль Тимури Джикия у нас оформляет сегодня. Опять опасный момент, и Гракоев у нас будет бить. И закручивает он мяч со счетом 3-0 уже мы ведем. Разгром Салюта. Салют играет в ПФЛ. Точнее, уже ФНЛ 2. И вот оценки, можно ознакомиться. И, ого, следующий товарищеский матч у нас против Шальки 04. Гракоева хочет Волгарь купить. И Бацуева тоже хотят купить. Продаем. И покупаем тогда двоих полузащитников. Точнее, одного полузащитника и одного нападающего. Ищем российских игроков, чтобы было реалистично. Лечо Садулаев из Ахмата. Молодой. Берем, подписываем. И у нас остается еще 1 лям 300 миллионов на покупку нападающего. Так, с нападающий на трансфер. Илья Белоус. Его давайте возьмем. Видно, как тут баги при покупках появляются, но ничего страшного. Играем с Шальки 04. Тут, кстати, справа показывается результаты других матчей, и мы пропускаем на 23-й минуте. Также тут видим, сколько энергии осталось у команды и в каком участке поля идет сейчас основная борьба. И 2-0 уже у нас тем временем становится счет. Также тут есть последние 5 минут владения, статистику показывают. Прорываемся, перепасовываемся, и 57-й номер будет бить, и Гаманюк, наш новичок, забивает гол. 1-2.
Но тут же Шальке опять удваивает счет, и счет становится уже 1-3. Уходит с таким счетом команда на перерыв, и начинаем второй тайм. Также тут можно делать замены. Склад ума — это атакующий, оборонительный, либо баланс. Пока баланс поставлю. Тут также тут делаются замены, расстановка, тактика и давление — это прессинг. Сделаем сейчас три замены. И сразу у Шальки возникает голевой момент. Еще один голевой момент у Шальки. И они забивают этот гол. 4-1. Ювентус Порто 1-0. Атлетико Мадрид Лейпциг 2-1. Ювентус Порто 2-0 уже. У нас, походу, самая результативная игра. И это нет, вратарь все-таки спасает. И Бультер забивает гол 5-1. Но и с таким счетом мы проигрываем Шальке. Вот у нас статистика основная по матчу. Это голевой момент, удар в створы владения. Также тут написано, кто забивал. И оценки игроков. И вот результаты товарищеских матчей. И после двух товарищеских матчей у нас идет начало сезона. И в принципе на этом обзор закончен. Также на главной странице команды следующий матч, расписание, управление командой, трансферы, тренировка, скауты, статистика игрока, второй дивизион. Это таблица. Молодежная академия и трофейная комната. Ну и вот на этом обзор мы закончим. Если вы хотите, чтобы я продолжил карьеру Завелис, то пишите в комментариях. И кто посмотрел этот обзор, спасибо, вы красавчик. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока.